Все горожане тоже могут принять участие в уборке улиц и скверов. 5 мая в рамках программы «Мурманск. Город чистоты» состоится общегородской субботник. Традиционная масштабная уборка города после долгой зимы пройдет во всех округах города на территориях предприятий и организаций. В субботнике примут участие представители общественных организаций и политических партий, а также горожане. Одежду для участия в такой акции лучше подбирать соответствующую погоде, не марку, а весь необходимый для уборки инвентарь, перчатки и мешки для мусора можно получить в управляющих организациях по месту жительства. Сделать чистым для себя. В первую очередь мы это делаем для себя, чтобы было у нас чисто и красиво. Еще раз, 5 мая всех приглашаем на общегородской субботник принять участие, навести порядок в городе.